Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как регулирует численность безнадзорных животных на улицах Самары? Что предусматривает программа «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат»? Как научить людей общению с животными на улицах? В нашей студии Инна Тарасенко, директор компании «Добрые люди». Инна Сергеевна, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Инна Сергеевна, ваша компания работает с безнадзорными животными на улицах Самары. Год назад произошла полная смена, насколько я знаю, сотрудников и в том числе руководство компании «Добрые люди». Сейчас работают представители сферы зоозащиты, ну если конкретно, ветеринарного центра «Флагман Вет». Вот с чем это было связано? Да, действительно, практически год прошел, и перемен очень много. Связаны они были в 2022 году с тем, что ситуация в городе была напряженной, и нужно было что-то менять, а также нужно было менять условия содержания животных и, в принципе, подход к содержанию этих животных в рамках вот программы ОСВВ. Вот год работает компания «Добрые люди», а как изменились подходы к отлову животных? И к способам отлова. Это, кстати, один из таких, наверное, очень важных моментов. Сейчас мы используем только седативные препараты. Это такие дротики. Да, вот давайте людям объясним, да, чтобы, так сказать, наши зрители понимали, о чем идет речь. Если говорить простым языком, вот есть препараты, с помощью которых животные оперируются, да, то есть это препараты общей анестезии либо премедикации, то есть подготовки к операционному вмешательству. Они обездвиживают животное. В основном, конечно же, проблема с собаками, которые неконтактны, то есть поймать их просто, подойдя и взяв там в руки или прицепив поводок, невозможно. Попытки поймать их с помощью других средств, известных там людям как петля, там сачки или еще что-то, да, зачастую вызывает у них очень негативную реакцию, то есть они могут кричать, отбиваться, тем самым они будоражат граждан, которые думают, что их там сейчас убивают. И, в принципе, они могут нанести себе определенные травмы в процессе отлова, то есть попытаться задушиться, там, нанести какие-то травмы зубов, десен, ну, потому что они действительно очень сильно сопротивляются. С помощью седативных препаратов, которые мы заправляем, специальные дротики, у нас есть специальные трубки, которые ловцы используют для того, чтобы выстрелить прицельно животное, то есть выстрел производится в мягкие ткани, вот, животное через какое-то время засыпает. То есть оно не спит полностью, но оно не может от нас убежать. И мы уже вот в таком вот заснувшем состоянии переносим его в автомобиль. То есть это минимальная психологическая нагрузка на животное и, конечно, минимальная психологическая нагрузка на граждан. Вот и в этой ситуации я правильно понимаю, что животное, ну, скажем так, не испытывает стресса в процессе отлова? Ну, какой-то стресс она в любом случае испытывает, но она в какой-то момент времени перестает его осознавать, когда засыпает. То есть, когда мы за ним, конечно же, охотимся, стресс, безусловно, есть. Ведь от момента, как дротик попал, да, в животное, оно должно подействовать. До момента, пока мы увидим какой-то результат, это может пройти там, минут 10-15. Но, собственно говоря, тем не менее, самое главное, что вот сейчас снято, на самом деле, все-таки ведь мы же, как бы говорим, в первую очередь все-таки человека, а потом, да, уже животное. При всем, безусловно, уважении к зоозащитникам, да, и при всем уважении к, конечно, животным, конечно. А нет стресса у людей, потому что вот этого процесса, как вы назвали, вот петля, сачок, да, то есть вот он как бы, ну, самый такой неприятный, некрасивый. И для детей и для взрослых. Для детей и для взрослых он как бы, ну, на самом деле вызывает вот самое главное отторжение. Вот за год что сделано в приюте и что еще предстоит сделать? Предстоит сделать очень много. Наша задача этот приют подтянуть до уровня нашего Лопатинского приюта, который я искренне считаю одним из лучших, наверное, даже лучшим сейчас в Самарском регионе. В Козелках. Что это за приют такой, Лопатинский приют? Расскажите. Ну, Лопатинский приют — это наш частный приют, который мы построили, которым мы владеем, владеем землей, соответственно, и всеми строениями на этой земле. Лопатинский — это в селе Лопатин? В селе Лопатин, да. Мы называем его реабилитационный центр для собак, которые уже поправились после каких-то тяжелых травм, полностью здоровые, и там они просто проводят отличное время, ждут, когда их заберут в семью.
Вот с ними там занимаются, адаптируют их к общению с человеком. И, конечно, когда мы приняли приют в Козелках, так называемую базу, да, по программе ОСВВ, у нас было очень тяжелое моральное состояние, потому что хотелось сделать все и сразу, хотелось сделать лучше. Но, я думаю, многие знают, что построить заново намного проще, чем переделать. Однозначно. Вот, переделать очень сложно. И, конечно, мы бы сделали все совершенно по-другому, но это был очередной такой вызов, очередной скачок роста для нас. Сейчас сделано очень много. Мы заменили более 100 будок для проживания собак, сделали их утепленными, новыми, красивыми. Это, кстати, кажется, может быть, простой задачей. На самом деле задача эта очень непростая. Мы сделали крыши на вольеры, которых там не было. Конечно же, это позволяет собакам теперь быть в сухости, когда идет дождь там, или снег, а летом, наоборот, спрятаться от изнуряющего зноя. Мы сделали второй этаж в ангаре. То есть ангар — это такой, скажем, карантинный блок. Это то место, куда приезжают вновь поступившие собаки, потом они уже перераспределяются относительно своего состояния. То есть сделали второй этаж для малышей, для подростков, для щенков. Вот, конечно, облагородили территорию, сделали забор. Благодаря поддержке администрации города мы наконец-то сделали проточную воду. То есть, наконец-то, есть у нас теперь водоснабжение. То есть, раньше ее не было? Проточной воды не было, только привозная. Я все-таки как ветеринарный врач, как хирург, и вообще как человек, который, как мне кажется, неплохо разбирается в содержании животных, настаивала на том, что без проточной воды содержание такого количества собак недопустимо. И мы вот долгими переговорами, это было непросто, но, тем не менее, получилось, и я очень довольна. Это достаточно масштабное мероприятие. Ну, это вот сделано за год, а впереди у нас очень-очень много планов. За это лето мы хотим построить послеоперационный блок, соответствующий всем нормам. То есть это такой важный блок, где будут содержаться собаки после проведения операции по стерилизации. Мы хотим построить дом для персонала, большую кормокухню, то есть, скажем так, пищевой блок, где будет вариться еда, чтобы он тоже стандартам соответствовал. И, конечно, самое приятное то, что самарские художники разрисуют наш приют, он станет очень-очень красивым. Вот это очень здорово, на самом деле, потому что, ну, само по себе место-то на самом деле доброе. Это да? Как бы оно должно быть соответствующим образом выглядеть. Да, но когда мы строили приют в Лопатино, для нас было очень важно место. То есть мы хотели, чтобы приют для животных был, скажем так, очень душевным. То есть я и мой партнер Яна, мы очень хотели уйти вот от этой промзоны, от этого стандартного вида, такого унылого, серого. А Лопатино, конечно, чудесное место. Это красивейшая природа. Мы с ней, конечно, боролись. Она нас встречала там, с таким сопротивлением. Но это стоило того, потому что рядом озера, живут дикие животные, лебеди, косули. Мы совершенно там им никак не мешаем. Мы следим за порядком. И все это настолько гармонично, что Лопатино стало таким вот, местом силы, да, каких-то мероприятий. Все хотят приехать, все хотят вернуться. И вот мы из Козелков хотим сделать вот что-то подобное, но проблема в том, что, да, первое — это промзона. Промзона — это всегда вот это вот железо, асфальт. А мы хотим, чтобы люди, которые приходят в приют, все равно большинство из нас — это визуалы. Да? Мы оцениваем все первый раз глазами, и как бы ты хорошо про себя не рассказывал, люди будут встречать по одежке. Поэтому мы и хотим сделать этот приют более красочным, все обновить, улучшить, усовершенствовать. Будем действовать, я надеюсь, что к осени перемены станут более заметными, еще более масштабными. Вы, кстати, сейчас о Лопатино так хорошо и красиво рассказываете, что мне захотелось к вам приехать в гости. Это возможно, кстати, на самом деле? Человек может приехать? Вот, ну, условно говоря, с улицы к вам позвонить и сказать, я хочу приехать, посмотреть, погулять, потому что и село красивое, и место красивое. Да. То есть и тут животные, и тут животные. То есть это реально возможно, да? Возможно. У нас самый сложный период. Единственное, это как раз март-апрель. Сейчас борьба идет с паводком. Ну, понятно, когда все закончится, когда погода будет нормальная. Сейчас просто ранняя весна, это понятно, что сейчас как бы все растаяло одномоментно, и, естественно, будет и вода. Лопатино – это самый простой вариант, самый удобный, комфортный и самый красивый. Поэтому обязательно все приезжайте к нам в гости. Инна Сергеевна, а какие ваши, вот, скажем так, ну, промышленные мощности? Вот вы сказали, второй ярус построили. Сколько вы вот животных можете одновременно содержать? Сейчас на данный момент 1500. 1500? Да. А у вас сейчас сколько свободных, ну, простите, так, койко-мест или как свободных это сказать? Мест не бывает. Ну, то есть у вас сейчас 1500 животных? Да. На трех объектах. Госпиталь, Козелки приют, Лопатино приют. Вот это да. 1500
Собака, кошка или только собака? Собака, кошек. Ничего себе. Ну, собак больше, конечно. Тогда вот вопрос сразу напрашивается, вот в целом, какие итоги работы за год? Вот, как контракт вы исполняете, скажем так? Вот смотрите, главный итог, главная цель – это изменить ситуацию сначала в нашем городе, в нашем регионе, а потом по всей России. У нас нет краткосрочных планов, у нас планы всегда грандиозные, именно это, наверное, заставляет нас такими большими скачками двигаться вперед. Мы очень хотели бы, чтобы, скажем так, гражданам была заметна наша деятельность, чтобы они видели действительно перемены. Просто, скажем так, в этой сложной сфере они никогда не бывают вот такими наглядными. Раз, и все сразу стало по-другому. Многое из того, что мы делаем, незаметно глазу. Первое, с чего нужно начать, это, конечно, изменения в законодательстве. Если изменений в законодательстве не будет, каким бы замечательным и хорошим мы ни были, как бы мы хорошо ни относились к животным, как бы здорово мы ни ловили собак, граждане все равно будут недовольны, они будут видеть там, и попадать в какие-то неприятные ситуации с животными, потому что законодательство у нас сейчас предусматривает масштабный выпуск, то есть возвращение в среду обитания животных, и полностью отсутствует наказание за недобросовестное содержание животных владельцами. Вот эти два важных фактора, которые мешают нашим гражданам увидеть какие-то устойчивые результаты, быть довольными, а там, людям, которые переживают за животными, в том числе не опасаться за их жизнь на улице. Нет ответственности, соответственно, у нас владельцы животных могут поступать как угодно. Выбрасывать животных, выпускать их на самовыгул, подбрасывать щенков от своего там, питомца. Ну, это как бы, знаете как, это отдельная тема. А я-то сейчас имел в виду вот статистику. Вот, ну, вот сколько вот вы за год, например, вот, ну, животных изъяли с улиц Самары, например, стерилизовали, чипировали и вернули и так далее. Вот 1500 за 2022 год собак прошло через наш приют. Часть осталась там по возрасту. То есть это те щенки, которые не могут быть стерилизованы на момент поступления. А позднее закон предлагает нам их дорастить до возраста стерилизации, стерилизовать и выпустить обратно. Но мы считаем, что это недопустимо, так как собаки, выросшие в приюте, они совершенно не приспособлены к тому, чтобы дальше каким-то образом жить на улице. То есть вы должны понимать примерно, какой процент в приюте остается в итоге. То есть он очень-очень высокий. И, конечно же, наши коллеги-волонтеры, с которыми мы очень плотно работаем, многих собак забрали там свои организации, менее крупные. Кому-то удалось найти дома. Многие собаки переехали в Лопатинский приют, который тоже расширяется, где стройка не заканчивается никогда. То есть по факту назад, конечно, 1500 мы не выпустили. Но если учесть статистику, что в городе 8000, по вашим оценкам. Это не мои оценки, это статистические данные, озвученные в правительстве на совещании вот буквально месяц назад. 8 тысяч животных перемещается по нашему... Это собак, кошек и так далее? Это да? Собак. Собак только? Да. И представьте эту цифру, то есть мы с вами понимаем, да, что из них может быть даже 50% стерилизованными, иметь несмываемые метки, но что это меняет? Отследить мотивы, все ситуации, возможные их комбинации, да, с этими собаками, ну, это действительно невозможно. Это не под силу никому на данный момент. Хотя у меня есть очень много идей, предложений, каким образом мы могли бы контролировать это. Но, опять же, их нужно реализовывать, и нужна поддержка законодательства. Инна Сергеевна, я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу, в том числе о ваших идеях поговорим. Спасибо. Забрать с улицы щенков – задача не в пример сложнее, чем отлов взрослых собак. Четвероногие мамы стараются спрятать свое потомство, чтобы беспомощных кутят никто не обидел. По возможности, команда ловцов старается забрать и мать, и щенят. Для этого приходится обследовать подвалы, вскрывать бетонные перекрытия теплотрасс. Какой карапуз наелся. Со щенками ловцы обращаются нежно. В приюте для матери с новорожденными кутятами стараются найти приближенные к домашним условия. Инна Сергеевна, ну вот мы видели, как бы, ну скажем так, часть вашей работы.
И вот я бы сейчас хотел, чтобы мы с вами, ну, вы в первую очередь, рассказали зрителям о СВВ. Вот эта вот аббревиатура «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат». Что это такое? Чем ограничены ваши полномочия как подрядчики? Вообще зачем это все нужно? Это нужно для того, чтобы попытаться снизить рождаемость от безнадзорных собак. То есть стерилизация, я думаю, многие, надеюсь, все понимают, она, соответственно, животному не дает больше возможности размножаться. Да. Соответственно, мы ловим собак на улице, отслеживаем, где поймали. Они поступают в приют, мы осматриваем их. Если нужна медицинская помощь, они ее получают. Если животное, ну, скажем так, стабильно, она отправляется через какое-то время на операцию. После операции она проводит реабилитационный период у нас. Мы осматриваем швы, и если мы принимаем решение, что животное готово к выписке, мы возвращаем ее на то место, соответственно, с которого мы ее забрали. За исключением случаев, если мы сомневаемся в том, что это животное может быть возвращено по характеру поведения, по размеру зачастую, то есть если это очень крупные собаки, даже если они очень добрые, мы стараемся их не выпускать обратно, потому что они могут просто пугать людей. Ну, конечно, это страшно, когда к себе такой теленок подходит. Да. Вот, то есть мы, конечно, тоже взвешиваем и оставляем очень большое количество животных, ну, как мне кажется, да, на пожизненное содержание, хотя с этим тоже есть определенные законодательные проблемы. Вот в таком случае вы, как подрядчик, вот чем ограничены? Вот вы же, у вас же есть все равно определенные рамки. Вот что вы можете, что вы не можете? Подрядчик не может забрать на пожизненное содержание всех в приют. Это самая распространенная просьба от граждан. Заберите их и не возвращайте. То есть кормите до конца ее дней, эту собачку? Ну да, то есть... Обслуживайте и так далее? Да, да, да. То есть мы не можем забрать всех собак, потому что вы просто не хотите жить во дворе вместе с собаками. Потому что закон об ответственном обращении с животными и программа СВВ предполагает даже в своем названии возврат в прежнюю среду обитания. Невозможно построить приют на 8 тысяч собак. Я хочу, чтобы все это понимали. И это просто невозможно будет никаким образом ни прокормить, ни обслужить, ни оплатить все необходимое, что, ну, возможно. То есть мы должны научиться жить вместе с городскими животными. И меня очень печалит, что есть такая вот радикальная позиция, что там, животные должны с улиц полностью исчезнуть. Но такого не будет. Это все должны понять и принять. Их может там стать намного меньше, радикально меньше. Но для этого нужно определенные условия. Сейчас этих условий нет. Сейчас все, что может служба отлова, это ловить, стерилизовать, выпускать, кого-то оставлять. Собственно, действовать в рамках того, что возможно. Административных полномочий, чтобы наказать, например, недобросовестных владельцев, у нас тоже нет. То есть у нас нет совершенно никаких административных полномочий. А, кстати, вот если об этом говорить, ведь есть такая теория, вы сами сказали, как и зоозащитник, и ветеринарный врач, и человек, который, ну, этим давно занимается, что, ну, неизбежны на улицах больших городов безнадзорные животные. И даже якобы, я сейчас говорю якобы, они необходимы, потому что если, например, будет собак меньше определенного количества, придут крысы. Говорят так, это правда или нет? Или я сейчас путаю? Это правда, собаки очень хорошо, кстати, борются с этими грызунами. Они их ловят, и даже не всегда едят, а именно ловят. То есть они за ними охотятся. Это как пищевая цепочка, в ней каждое звено важно. Это так же, как если пропадет определенный вид птиц, да, мы все об этом знаем, или насекомых, что-то гибнет, или что-то становится там, в каком-то превосходящем количестве, начинает вредить людям. Собаки нужны и важны не только потому, что они там, могут победить крыс, а они вот наркотики, например, ищут. Это мы говорим о домашних собаках. Нет, нет, нет. Не домашних, служебных собаках. Вот буквально недавно бездомные собаки помогли нам найти и передать в определенные органы огромную партию наркотического вещества. Да вы что? Да, это прям громкий случай. Мы приехали на отлов, а собаки вот этот вот мешочек-то и таскали. Откопали и сказали, да. Вдруг вы осознали, что это, оказывается, такой непростой мешочек-то. Да, непростой мешок, и, собственно, нас поблагодарили тоже вот органы определенные за это. Ведь этот мешок могли найти дети, согласитесь? Конечно. И такие случаи уже были. Скажем так, скорее всего, его бы нашли те, кому он предназначался, но вы другую пищевую цепочку прервали, к счастью, такую нехорошую цепочку. Да, они прям зубами его потаскали. Искали и вытащили, ведь собаки же отреагируют на все эти запахи. На самом деле собаки очень
хорошо им во многом могут помочь, и в первую очередь, мне кажется, в воспитании будущего поколения. Обучая их заботе и бережному отношению к тем, кто слабее. Мне кажется, неправильно воспринимать. А как научить, я прошу прощения, что прерываю, как научить тогда людей взаимодействовать с собаками, с животными вот на улицах? Потому что большая собака, она вызывает испуг. А собака любознательная, которая просто к тебе подбегает, она тоже, извините, может вызвать испуг. Да. Ну, плюс там, ну вот как тогда? И вот эта грань, а какая-то собака может быть и агрессивной? Вы знаете, мне кажется крайне странным отсутствие даже желания у людей углубиться в эту тему. Нет желания. То есть это то же самое, что человек бы сказал, я отказываюсь соблюдать правила дорожного движения, я буду ходить так, как я вот считаю. И также люди говорят, я хочу, чтобы на улицах не было животных. Это невозможно. Так же, как невозможно не соблюдать элементарные правила жизни в городе. Так. Я понял. То есть для вас это такая же данность, объективная, не зависящая от нас, как, например, автотранспорт? Ну, по факту так и я есть. Я понял, так. Мне кажется, ваша позиция понятна. Это очень логично. Нет рычагов для того, чтобы животные сейчас с улицы исчезли. Плюс это даже плохо, если они исчезнут. Вы сами только что сказали. И мы должны научиться жить с ними в мире. А как научиться? Нужно научиться с детства этому. То есть с детского сада, со школы объяснять. Вот я вот много лет живу на свете, меня на улице не кусали собаки. Мне сейчас скажут, ну а вот у нас кусали. Они кусают тех, кто боятся. Ну, вы понимаете, с другой стороны, грех ругать человека, который увидел собаку и испугался, она его укусила. Нет. И вот проблема-то закольцовывается. Я с вами полностью согласна. Люди имеют право бояться. Абсолютно полное право. Вот каждый из нас чего-то боится. Кто-то боится на самолете летать, кто-то в лифт садится, кто-то собак боится. К сожалению, вот на данный момент мы не можем дать гражданам возможности не бояться собак. Они все равно где-то рядом будут находиться. Пока нет какого-то решения. Но мы можем обучить их, например, как себя вести, чтобы не произошло то или иное, да, что могло бы привести к определенным последствиям. А как себя вести? Вот. Ну, я понимаю, что здесь, наверное, без практики это вот невозможно. Чисто теоретическими вот какими-то высказываниями человека не обучишь. Но вот, скажем так, хотя бы одно правило можете сказать? Вот я иду как обычный человек, и ко мне подходит, допустим, стайка собак. И у меня, простите, с собой ничего нет. То есть у меня нет ни палки, я понимаю. Ни газового баллончика, ни ножа. И что мне делать-то? Нельзя бежать, нельзя кричать, нельзя размахивать руками. Это вот первые такие вещи, которые зачастую люди совершают, когда понимают, что сейчас на них должен кто-то напасть. Если честно, мотивов у животных напасть просто так, их нет. Они, как правило, могут быть только если они защищают место, где живут или где едят. То есть, или где щенки. Или где щенки, да. Угрожающий какой-то топ ногой в большинстве случаев очень хорошо помогает. Причем ногой это... То есть ногой топнуть можно? Можно, потому что из моего личного опыта собаки это воспринимают как действие на уровне их высоты. То есть руки для них это уже угроза, потому что мы выше намного. Вот. А нога это как бы некий план, да, на одном уровне с ними. Вот. И, конечно же, убегать от них, там, кричать, совершать какие-то хаотичные и беспорядочные действия – это то же самое, что приглашать их себя укусить. Да, в атаку на себя. Да. Многие случаи каких-то укусов происходят, например, с детьми из интереса потрогать. То есть дети за хвост любят... дернуть, да. Даже не дернуть, а просто погладить, например, а собака не особо хочет дружить. То есть здесь, конечно, момент такой родительского контроля. Есть, конечно, инциденты более масштабные, неприятные, но они, как правило, связаны с тем, что происходит некое столкновение интересов. Да? Вот есть такой замечательный закон Мёрфи, он говорит, то, что может произойти, произойдет. Вот это прям по закону. Это я понимаю. Ну хорошо, вот стая, если... Она что не делать? Нападет? Она не нападет? Они никогда не нападут без причины. Собаки – стайные животные. Они, в принципе, так живут, стаями. Одиноких собак, одиночек таких, их очень мало. Для того, чтобы выжить им на улице, без какого-то стабильного источника еды, без укрытия, им нужно объединяться. Логично, даже если мы высадим в одном районе в 10 разных точках собак на расстоянии там, километра, нет никакой гарантии, что через 2 недели они не будут жить вместе. Вопросов крайне много, я вот даже думаю, что, наверное, в одну программу не уложимся, но я сегодня постараюсь задать, наверное, самые такие актуальные. Вот вы говорили о законе и о том, как он ограничивает. Вот, на ваш взгляд, какие, скажем так, аспекты закона не нуждаются в корректировке? Первое – это
постановка на учет всех домашних животных, то есть принудительное чипирование, все домашние животные должны быть поставлены на учет. Другого варианта нет. Соответственно, то есть я купил собаку, я должен чипировать и поставить на учет? Ну, купили, взяли в приюте, взяли с улицы. Угу. Да, да. А таким образом мы сможем привлекать к ответственности тех людей, которые с собаками обращаются жестоко или халатно, или не следят за ними, не стерилизуют, подбрасывают постоянно и прочее. У нас есть также проблемы по факту наследования, то есть животные, которые остаются от умерших людей. Да. Куда? Как? Нет никаких рычагов решения. То есть либо они должны быть включены в наследственную массу и передаваться наследникам, и они обязаны будут нести за них ответственность. Сейчас у них этой обязанности нет. Что происходит? Они просто их оставляют? Ну, выбрасывают, как сейчас говорят. По факту выбрасывают. Либо, если у человека не было родных, да, то есть собака, соответственно, попечение попадает куда? Опять в волонтерские объединения. Тоже очень важный момент и аспект. То есть как это должно решаться? И, конечно, очень важный момент с надзорно-контрольными функциями. То есть я не вижу никакого решения, кроме создания некого объединения контрольного, который будет отслеживать, патрулировать ситуацию в каждом районе города. То есть некий такой участковый, который следит, какие-то горячие точки, да, здесь собак стало больше, здесь кто-то свою собаку выпускает. И, конечно же, у него должны быть административные полномочия, чтобы привлекать, ставить на учет и смотреть вообще, что происходит. Ну и главный, конечно, момент – это строительство нормального масштабного объекта для содержания животных. Я вижу содержание – это где-то около 2500 посадки. То есть при такой посадке, при многофункциональности этого объекта, граждане действительно при наличии, опять же, изменений в правовой базе смогут увидеть результат и порядок в отношении животных, который будет выстраиваться постепенно с годом за годом. Инна Сергеевна, важный вопрос. Вот ваша зона ответственности, ваша организация, вы как подрядчик, несете ответственность за собак, выпущенных на улицу по программе ОСВВ, то есть это отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Ну, например, вот вы ее все это проделали, а выпустили, а она кого-то укусила. У нас был такой прецедент буквально недавно. Знаете, в истории с покусами практически никогда никто не может объяснить, кто укусил. То есть люди всегда на адреналине пострадавшие. И когда спрашиваешь... Понять их можно. Да, конечно, их можно понять. То есть очень сложно понять все-таки, та ли собака, которую мы выпустили, укусила. Или это какая-то была другая. А, как правило, здесь расследование заходит в тупик. Но, конечно, нести ответственность за всех животных, которых мы выпустили с нашими несмываемыми метками... Безусловно, мы не можем, потому что объективно оценить произошедшее невозможно. Знаете, это очень сходно с ситуациями, когда у нас сбивают человека на дороге. Угу. И какая бы ни была ситуация, водитель априори виновен. Ну, так считается. Так считается. Хотя, как бы человек может, извините... Он может выбежать на проезжую часть, он может переходить там в неположенном вообще месте. Вообще там, где категорически нельзя переходить. Да, но в основном... Он может на машину прыгать. В основном водитель должен. Он должен быть начеку, что бы там ни произошло. В основном. И здесь примерно такая же ситуация. Что бы ни произошло, априори виноваты собаки. Я согласна, в каких-то ситуациях, конечно, собаки виноваты. Они там могут иметь какие-то психологические травмы, они могут действительно быть агрессивными, немотивированными. Но для этого у них должны быть либо психические заболевания, либо какие-то тяжелые другие неизлечимые заболевания, чтобы их агрессия была немотивированной. То есть, по сути, сумасшедший пес, ну, как сумасшедший человек. Вот. А если собаку, вот как у нас там, не знаю, поджигают, люди стреляют, таскают, гоняют ежедневно, то есть подвергают давлению какому-то психологическому. Или там случайно так получилось, что там ребенок наступил, задел, напугал. Понятно, все на стороне будут ребенка. Но если разбираться в факте происходящего, но они не просто так это делают. То есть они живые существа, и они живут в мире рядом с нами. У нас нет выхода. Инна Сергеевна, к сожалению, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную, содержательную и очень сложную беседу. Я уверен, что мы с вами еще увидимся, потому что проблема чрезвычайно интересная и чрезвычайно важная. Спасибо вам. Напоминаю, в нашей студии была Инна Тарасенко, директор компании «Добрые люди». Будьте добры к себе и к окружающему вас миру. До свидания.